Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в этом выпуске. Водители-дальнобойщики вышли на акцию протеста против взимания платы за проезд грузовиков. В школах города стартовал муниципальный этап Олимпиад. И сургутские боксеры с триумфом вернулись с окружного первенства. Полный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Сургута пока не утвержден. В этом коллегиальном органе будут работать 8 человек. Половину из них назвали депутаты городской думы. Оставшихся четверых предложит правительство Югры. Однако пока окружного списка членов комиссии в Сургут не поступало. Напомню, что местный парламент доверил проверку претендентов на пост градоначальника депутату Олегу Сазонову, почетному жителю Югры Вере Панасевич, директору гимназии Валерию Салахову и Татьяне Зайцевой, представляющей Сургутскую районную организацию «Нефтегаз Строй профсоюза России». Уже в понедельник, 16 ноября, комиссия проведет проверку документов и собеседование с кандидатами, по итогам которого представит окончательный список претендентов. Из них 19 ноября на заседании городской думы депутаты выберут главу Сургута. Дальнобойщики против. Порядка 70 водителей большегрузов из Сургута и транзитных машин сегодня присоединились к всероссийской акции протеста. Непонимание у шоферов вызывает новый порядок взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн. С 15 ноября за каждый километр пути по федеральным автотрассам дальнобойщики будут платить 1 рубль 53 копейки. А с 1 марта будущего года эта цифра увеличится вдвое до 3 рублей за 1 километр. Такой порядок приняло правительство России. Добавлю, что мера эта временная. Ее ввели до 31 декабря 2018 года. Мы это уже не выдержим. Нам нереально будет осуществлять свою деятельность. Если мы ее сможем осуществлять, половину себе в убыток, половина совсем встанут и не смогут работать. Соответственно, подорожание пойдет продуктов и всего. Все, что продается, привозится, увозится, все везде будет подорожание. Путь, к примеру, из Москвы до Сургута протяженностью 3000 километров для дальнобойщиков уже с воскресенья подорожает на 4,5 тысячи рублей. А с 1 марта цена вырастет вдвое. По всей стране на дорогах в среду можно было наблюдать скопление большегрузов. К примеру, в Тюмени, Екатеринбурге, Омске собрались сотни машин. На трассе Дон около 300 дальнобойщиков. Если эта акция не даст эффекта, водители сдаваться не намерены. Они будут и дальше привлекать внимание властей страны к этой проблеме. Я не могу сказать, что мы будем перекрывать дороги или еще что-то. Но что-то будем делать. Все равно что. Правовом, да, согласно правового поля, что-то мы будем делать. Все равно. Ну, стоять мы точно не будем. Потому что была одна акция, то есть, как бы, сейчас вот вторая акция, это, как говорится, последняя наша акция, предупредительная. Она носит предупредительный характер, так как мы не нарушаем ни правила дорожного движения, мы не мешаем людям. Цены на бензин впервые за несколько месяцев демонстрируют тенденцию к снижению. Так, в среднем по городу 92-й бензин за неделю опустился на 12 копеек. Его цена составляет 35 рублей 10 копеек. Топливо марки АИ-95 подешевело на 8 копеек. Стоимость 98-го бензина осталась без изменений. На пятую часть рубля на заправках подорожал газ. Сейчас на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 92-го бензина производства Сургутского ЗСК торгуется на отметке 33 700 рублей. АИ 95-й продается на 5 тысяч дороже. Естественно, вот последний месяц, даже чуть больше, стабилизировалась ситуация и на рынках продажи топлива, поэтому стабилизировалась, соответственно, цена и в сети АЗС. Я даже больше скажу, мы чуть-чуть даже понизились по 92-му бензину недавно. Вот. Как долго это продолжаться будет ситуация, сложно сказать. Будем надеяться, что довольно-таки долго. Десятого ноября все сотрудники органов внутренних дел России отмечали свой профессиональный праздник. В Сургуте в этот день состоялось торжество. На сцене городской филармонии начальник местного управления МВД России вручил лучшим сотрудникам ведомственные награды. Кроме этого, отличившихся полицейских наградили грамотами, благодарственными и почетными письмами от Думы и администрации города. За время своей истории несколько раз менял свое название. Мы отмечали День советской милиции, День российской милиции. Сейчас мы отмечаем День сотрудников органов внутренних дел. Но, несмотря на изменение названия праздника, суть его никогда не менялась. В этот день мы всегда выражали слова благодарности тем, кто связал свою судьбу с этой сложнейшей задачей.
служить закону, охранять правопорядок. В органах внутренних дел Сургута работают более 1000 человек. Это сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи, следователи, участковые и многие другие. Сегодня полицейские города несут службу не только на территории Сургута, но и регулярно ездят в командировки, в том числе и на Северный Кавказ. Профессия сотрудника органов внутренних дел – одна из самых сложных, трудных и вместе с тем благородных. Именно вы, охраняя общественный порядок и безопасность в стране, рискуя жизнью, обеспечиваете защиту и спокойствие наших соотечественников. В Сургуте завершился конкурс технического творчества «Югорский мост. Новый взгляд. Новое решение». В нем приняли участие 23 ученика с 5 по 11 класс городских школ. Ребята подали на конкурс различные конструкции, макеты, действующие устройства, 3D-модели, компьютерную графику и анимацию для решения проблем, связанных с передвижением по Югорскому мосту пешеходов и велосипедистов. Также проекты призваны решить вопросы по облагораживанию строения. Жюри предстояло выявить самый удачный проект в двух номинациях. Что может сделать нашу страну, где мы живем, с которой связана свою жизнь конкурентоспособна? Именно инновационная экономика. В этой части надо понимать, что тогда нужны другие люди, не только с хорошим гуманитарным образованием, а еще и понимающим, как можно сделать так, чтобы экономика была действительно самостоятельной. Конкурс показал, насколько школьники подкованы в технических науках. Изобретения, идеи настолько понравились жюри, что пришлось организовать еще две номинации. Памятные подарки и медали ученики получили за самую фантастическую и реалистичную идею. Один из лауреатов придумал устройство для автоматизированной покраски вантов. В первую очередь, после того, как нам рассказали про конкурс, мы со школьниками поехали в музей моста, где нам рассказали историю музея, историю моста и рассказали его проблемы, что краска на мосту не обновлялась 15 лет. Ну, мы задумались и решили, что это была бы неплохая идея. В Сургуте стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Больше 4000 учеников продемонстрируют свои знания в различных дисциплинах. Олимпиаду по экономике провели в гимназии лаборатория Салахова. С участниками общалась Юлия Бабенышева. Олимпиада проводится для обучающихся образовательных учреждений Сургута с 7 по 11 класс. В муниципальном этапе принимают участие победители и призеры школьного уровня. Виктория Торбина к интеллектуальным состязаниям готовилась несколько месяцев. Читала учебники по экономике, решала задачи. Самое интересное всегда в Олимпиаде – это задачи. Они очень часто интересно строятся, и есть несколько вариантов решения. Один из них аналитический, а другой графический. Всегда интересно изобретать что-то новое именно в задачах. Приведет ли рост цен на лыжи к сокращению спроса на специальные крепления? Что такое экономическое благо? Для ответов на эти и другие вопросы участникам Олимпиады было дано 2,5 часа. Организаторы отмечают, что количество школьников, желающих принять участие в Олимпиаде, из года в год растет. В этом году у нас новшество. Дети 7-8 классов принимают участие. То есть ранее у нас принимали участие только дети 9-11 классов. Возрастной порог снижается. Количество возрастных параллелей, принимающих участие в Олимпиаде, увеличивается. Всего на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году подали заявки более 4000 человек. Победителей определят по установленному проходному баллу. Предварительные результаты опубликуют 12 ноября. Лучшие представят наш город в Ханты-Мансийске на региональном этапе. Юлия Бабенышева, Виктория Ильина, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Со дня открытия первой публичной библиотеки в Сургуте прошло 110 лет. В этом году свой золотой юбилей отмечают Центральная городская библиотека имени Пушкина и Центральная детская библиотека. Этим событиям посвятили практическую конференцию специалистов под названием «Сохраняя память». На встрече вспомнили историю развития библиотечной системы в Сургуте и отметили ее достижения. Сегодня это не просто книгохранилище, это современные культурно-просветительские информационные центры. Отслуживание
отслеживание пользователей ведется по единому читательскому билету. Весь библиотечный фонд отражен в электронном каталоге. Этот факт могут предъявить далеко не все публичные российские библиотеки. Ежегодно в городских библиотеках Сургута регистрируется более 50 тысяч пользователей. До 1 миллиона документов библиотечного фонда в год выдается на руки. В день это составляет более 4 тысяч изданий. Веселые и находчивые нефтяники. В СурГПУ прошли полуфинальные игры КВН среди команд структурных подразделений «Сургутнефтегаза». Подробности у Светланы Стебеньковой. Команда «Барчестер Юнайтед» торгово-производственное управление. Встречаем. Команда ТПУ называет себя самая мужская женская сборная. К играм КВН ребята готовились 2 недели. Писали шутки, ставили танцы и репетировали, разумеется, в свободное от работы время. Удивить жюри, по признанию нефтяных КВНщиков, постарались костюмами, едой и, конечно, чувством юмора. На вопрос, что главное в КВН, отвечают без раздумья. Юмор, легкость и вообще хорошее настроение. Я Александр Михайлович. Полуфинальные игры 13-го сезона КВН прошли 5 лучших команд «Сургутнефтегаза». И каждая смогла порадовать жюри и зрителей искрометными шутками, оригинальными миниатюрами и позитивным настроем. Вообще, как говорят закоренелые КВНщики, юмор на этой сцене – зеркало жизни. У нас есть такая притча, что как живем, так и шутим. Поэтому, конечно же, каждый сезон он по-своему необычен, по-своему оригинален. Возьмем хотя бы события до Крыма и после. Это две самые интересные игры были. И сейчас, я думаю, в этом сезоне сейчас у нас очень много тем появляется для шуток. Вот так в ногу со временем и шутят уже 30 лет. И несмотря на солидный возраст игр, они продолжают быть актуальными и интересными не только для зрителей, но и для команд. После того, как наша команда поиграла во всех лигах, в том числе и высшей лиги, появилось вот ребята, которые уже ведут и ставят настолько, вот профессионально ставят шутки, да. Если раньше можно было зайти в интернет, что-то там достать, пошутить, то сейчас интернет всем доступен, и все сразу знают, что эта шутка уже где-то была. Поэтому, наверное, он стал более таким качественным, изысканным. Ну и, конечно, ну а массовым он был всегда. По регламенту в финал должны были выйти всего 2 команды. Однако в честь дня рождения КВН в битву титанов был допущен еще один коллектив. Таким образом, 12 декабря на сцене СурГПУ за главный приз будут бороться команды «Уфсинг». В этих играх они набрали 15 очков. Новые лица из Сургута «Сунефть» в их активе 13,4 балла и «Барчестер Юнайтед» из торгово-производственного управления. Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Хоккейный клуб «Югра» после небольшого перерыва в чемпионате КХЛ начал домашнюю серию. В первой встрече ханты-мансийцы принимали нижнекамский «Нефтехимик». Уже на 5-й минуте счет встречи открыл Григорий Желдаков. Через 2 минуты югорчане получили шанс отличиться в формате 5-3. Форвард «Югры» Евгений Лапенков отдал точную передачу Павлу Варфоломееву, увеличив разницу в счете. Во втором периоде гости одну шайбу отквитали. Больше до конца встречи забитых голов зрители не увидели. В итоге 2-1 в пользу «Мамонтов». Следующим соперником «Югры» станет челябинский «Трактор». Матч состоится 12 ноября. Ну, хорошо, что довели матч до победы. Так в основном ровно провели матч. И, наверное, помогло то, что постоянно мы отыгрывались в предыдущих матчах. Мы могли первыми забить, здесь забили 2 гола. И это усилило, скажем так, уверенность. Ребята довели матч до победы. Первое командное место заняли сургутяне на окружном первенстве по боксу среди юношей 14-15 лет. В соревнованиях, проходивших в Излучинске, приняли участие более 100 спортсменов, 13 из которых представляли наш город. В итоге в копилке сургутской команды оказалось 9 медалей, 2 высшие пробы. По словам старшего тренера юношеской сборной, такой результат закономерен. По нашим ожиданиям, мы должны были занять первое вообще командное место. Так и мы выполнили план, заняли первое место. Они тренируются на протяжении 3 лет. И за 3 года я считаю, что это очень хороший результат для наших спортсменов.
Триумфатором первенства в весе до 52 килограммов стал Арсен Гаджиев, а в весовой категории до 48 лучшим оказался Семен Костюков. Ребята не раз становились призерами городских и окружных соревнований. Теперь им предстоит участие в первенстве Уральского федерального округа в составе окружной сборной. У наших юниоров далеко идущие планы. Многие из них мечтают стать профессиональными боксерами, как их кумиры. Мэнни Пакьяо, это мой любимый боксер. Хочу как он боксировать. Скорость, сила. Сам по себе добрый человек, в Бога верит. Бокс учит меня идти к своей цели, заставляет думать. Это не только махать руками, но еще бокс заставляет думать. Думай головой. На этом у нас все. Благодарю за внимание. До встречи. Юбилей издательского дома «Победа» прошел под девизом «10 лет, как в кино». Гости праздника перевоплотились на вечер в настоящих киногероев и актрис. Прошли по красной ковровой дорожке, мимо гримерки, на съемочную площадку. Жанр, как минимум, мелодрама и комедия. Криминал и политика чужды изданию со дня основания. Сегодня в состав издательского дома «Победа» входят редакции 4 популярных в городе журналов «Выбирай», «Стольник», «Югорский бизнес-журнал» и «Каталог интерьер без границ». Читатели и рекламодатели считают эти глянцевые издания лучшими из лучших. Время, наверное, один из самых лучших индикаторов качества работы. И на рынке печатных СМИ нашего города наши журналы, пожалуй, единственные такие долгожители. Это говорит о том, что наша работа востребована, она интересна читателям и рекламодателям. История «Победы» началась в ноябре 2005 года с выпуска первого номера журнала «Выбирай» – гида по услугам, развлечениям и культурной жизни города. Сегодня тираж в Сургуте 40 тысяч экземпляров в месяц. Каждые 2 недели свежий номер «Выбирай» читают более 60 тысяч человек. Это столько всего было. Дружба началась ровно 9 лет тому назад, через год, когда они открылись. Это, правда сказать, для всех это было тайным событием. В отличие от мужа, от родственников, это был такой бюджет, который выделялся в нашей фирме, но никто не знал, куда уходит этот бюджет. Почему-то мне этот журнал «Выбирать» так понравился. Медиавладение «Победы» постоянно расширяются и идут в ногу со временем. Следуя тенденциям времени, мы тоже пошли в интернет. У нас 2 сайта, это «Победа86» и «Выбирай.ру», там, где можно почитать интересные материалы, новости города, но вся наша информация исключительно позитивная. Издательский дом известен не только своими печатными проектами. Интересные мероприятия – также конек победы. Только в этом году запомнились такие яркие события, как выставка Никаса Сафронова, фестиваль шашлыка, фэшн-вечеринка. А самый свежий проект «Звездные танцы в Сургуте» был презентован на юбилее компании. С ними очень легко работать, всегда позитивно, и сегодняшний праздник тому подтверждение. Этот уникальный проект, и мимо него «Текстильный дом Мария» никак не мог пройти. Издательский дом «Победа» всегда является таким законодателем моды города Сургута, а «Текстильный дом Мария» также является текстильным законодателем моды. Кожи и меха «Челси», новая коллекция шуб из Италии и дубленок из Турции. Итальянские шубы с отделкой из меха соболя, чернобурки, лисы и песца. Дубленки из меха барашка, ягненка и тосканы согреют вас в суровую зиму и дополнят ваш неповторимый образ. Приходи в «Челси». С 10 по 15 ноября выставка «Мир самоцветов». Серебро и самоцветы, украшения и сувениры из камня, изысканные изделия российских мастеров. Выставка «Мир самоцветов». ТЦ «Ярославна», 2-й этаж. Мультибрендовый магазин мужской одежды «Стиль». Новая коллекция «Осень-зима 2015-2016». Размеры от 38 до 78. Сургут-Сити-Молл. Торговый центр «Новый мир». Торговый комплекс «Пассаж». В обувных супермаркетах «Лизет» скидки 20, 30 и 50% на зимнюю коллекцию.
Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 24% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. В магазине «Адам» на втором этаже открылся отдел женской одежды. В ассортименте платья, юбки, брюки, туники. Размеры от 42 по 60. Цены доступные. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3/2. Телефон 37-63-77. И о погоде на 12 ноября. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. Меховое изделие от салона меха и кожи «Солени Коллизионе». Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. ООО «Сипромстрой Югория». Отделы продаж 600-190-600-192. Квартиры в готовых домах от 1 миллиона 600 тысяч рублей без первоначального взноса. «Сипромстрой Югория». Предложение не является публичной офертой. Справки в отделах продаж в городе Сургуте 600-190-600-192. В четверг через запад Югры пройдет теплый фронтальный раздел, сопровождаемый полями плотной облачности, небольшим снегом и смягчением холода до климатической нормы. А к востоку региона на фоне повышенного атмосферного давления день будет погожим. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха -15, -20. Утром также облачно, местами снег. На столбиках термометров около 15 градусов мороза. Днем по-прежнему облачно, пройдет снег. Направление ветра юго-восточное 4,9 метра в секунду. Температура 9-14 градусов ниже нуля. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи» представляет новую коллекцию тканей для модели «Жалюзи Зебра». С новинками можно ознакомиться в офисе по улице Гагарина, 8. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 миллиметров ртутного столба. Завтрак, обед, ужин каждому малышу нужен. Только в Карапузе. Цены ниже, аппетит выше. Супер скидки на детское питание. Не стесняйтесь, запасайтесь. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. В салонах обуви «Сламандр» новая коллекция «Осень-зима 2015-2016». Мода «Солени Коллизионе» для женщин, мода «Солени Коллизионе» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция в салоне кожи и меха «Солени Коллизионе». Сургут-Ситимолл, второй этаж, телефон 556-121. «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы, до свидания.